Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что вы большая молодец, что обратились за помощью и что решили как-то прояснить этот вопрос, начать над ним работать. Ну вот, хотя бы и первый шаг мы, в принципе, уже сделали. Так что вы молодец, большое вам уважение за отважность, за вашу историю, вот, и, соответственно, хочется сказать, что это, конечно, вселяет надежду на то, что все у вас будет в итоге хорошо. А следующее, что хочется сказать, то, что, ну, ваш вопрос и ваша история показывают, что никаких шансов на то, что вот ее можно решить прямо вот так, без регулярной работы, без терапии, нет. Да, я понимаю, что вы вложились в вопрос, я понимаю, что вы ждете ответа. Я постараюсь ответить вам на то, что вы спрашиваете, пишете, вот, но необходима работа индивидуальная, потому что довольно серьезная проблематика. Следующий момент, это то, что мне показалось, что вы вот мужчине, да, и в семье, которую хотите создать, все время чего-то ищете. Понимаете, вы как будто бы ищете идеального мужчину, да? Как будто бы вы пытаетесь разместить через мужчину в себе что-то, чего у вас нет. То есть в этом всем, вот то, что во всем, что вы описываете, чувствуется какая-то, ну, неполноценность. Чувствуется какая-то, знаете, просящая позиция, да, вот, то есть, схема-то она одна, вот, и вот очень важно понимать, да, когда вы говорите, что я влюбляюсь, когда вы говорите о том, что вы там начинаете видеть недостатки в мужчине, важно понимать, что происходит, какая направленность этих переживаний. Да, вот, потому что одно дело, если вам хочется что-то делать для человека, и другое дело, если вам хочется получать что-то от человека. В вашей истории как будто бы больше про то, что вам хочется получать, и это не то чтобы ненормально, но может говорить об отсутствии у вас своего ресурса. И это довольно серьезная, конечно, проблема. Над ресурсом с вами нужно работать, да, смотреть, что вам вообще хочется там для человека делать, и хочется ли вообще, и так далее. Вот. Дальше. Я не знаю, как у других людей, вот, но, скажем так, в моем опыте очень часто люди, которые хотят семью, да, которые хотят, ну, вроде как хотят семью, вот, вроде как они хотят чего-то, ну, такого, да, чего-то такого серьезного. В моем опыте происходит так, что именно эти люди очень часто склонны вот к тому, да, чтобы, ну, изменять. И, естественно, ну, появляется вопрос, с чем это связано? То
То есть почему человек вроде бы хочет, да, семью вроде бы хочет человек. Но вот, значит, построить какие-то серьезные отношения, да, не получается. Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что человек вкладывает для себя в семью. То есть, что он хочет вот за счет семьи, да, получить. И естественно, что ситуация, ну, такова, что когда и если человек, ну, как-то сталкивается, да, с разочарованием, то, что ему начинает вот казаться, что он не получает тому, и от того, что нужно, или человек в отношениях вот невнимателен к самому себе, а мне показалось, что вы как раз таки вот в отношениях невнимательны к самой себе, мне показалось, что вы в отношениях движимы эмоциями, вот. То вот, как бы здесь формируются некоторые, скажем так, комплексы, вот, которые оказывают существенное влияние на то, как выстраивается взаимодействие между вами и партнером. Вот. И дело здесь не в том, что вы изменяете или нет, а дело здесь в том, как измена, да, воспринимается, в принципе, вами и партнером. Вот. Потому что, ну, изменить-то можно. То есть это неприятно, это больно, но это как бы вполне возможно, это вполне реально. Вопрос в том, что это как бы фатальное значение имеет. Вот. И на мой взгляд, вот как бы люди, которые вот хотят, значит, ну, хотят семью, да, вот, они пытаются реализовать какие-то свои потребности, какие-то свои желания, ну, к сожалению, вот не всегда получается это сделать, да. Вот, возникают там разные трудности на пути, и, соответственно, вот человек как бы вертится по одному пути. Вот. А дальше. Что очень важно сказать? Важно сказать то, что вы, по сути, не бываете одна. То есть вот начиная с 17 лет, да, вы в отношениях. И я думаю, что вам как будто бы сложно, может быть страшно, может быть больно сталкиваться с сама собой. То есть быть наедине с собой. Вам нужно как будто бы все время свое внимание на кого-то переключать. Вот. То есть это бегство от себя. А бегство от себя возможно в случае, когда человек довольно сильно себя обесценивает. Вы вот говорите о том, что, ну, вот страшно мне, что у меня не будет семьи. А что это значит? Что для вас значит семья? Как вы приходите к тому, что хотите, ну, хотите ее и так далее. Ведь, наверное, у этого тоже есть какие-то, ну, свои основания, да, вот.
и какие-то ваши желания с этим связаны. Но самое главное, конечно, то, что это связано с ощущением себя. То есть вы себя как-то ощущаете. Итак, вы говорите, значит, я постоянно изменяю своим партнером. Ну, это история про напряжение. То есть в отношениях появляется напряжение, напряжение вы как бы снимаете таким образом. Это нормально. У меня было в жизни несколько длительных отношений, мне сейчас 22, 17 до 20, 20 до 21, из 21 по 22, 22. Имеет ли какое-то значение, что отношения длительные? Опять же, человек, который пытается построить длительные отношения, это человек, который, ну, хочет стабильности, хочет безопасности. Это означает, что у него проблемы с личными границами. Вот. То есть проблемы ограничения себя от других. Вот. А измены, в том числе, это про это. Вот. По факту, когда я была без отношений, было совсем мало. И это проблема. Потому что человеку нужно самому развиваться. Человеку нужно самому пройти становление. Человеку самому нужно стать зрелым. Да? Становиться. У человека должен быть свой жизненный путь, свои цели. Вне зависимости от того, с кем он. Вот какие жизненные цели у вас, кроме семьи? Первые отношения длились 3 года. Были довольно серьезными, несмотря на возраст. Ну, разрешите несколько усомниться в этом, потому что серьезные отношения все-таки становятся, когда люди становятся зрелыми. Вряд ли в 17 лет вы были зрелыми личностями, вы и ваш мужчина. Я могу допустить, что вы были более зрелый, но что ваш мужчина был зрелым, разрешить немножко усомниться. Опять же, почему вы, говоря об отношениях, основное внимание уделяете тому, что они серьезными были? Я его очень сильно любила, но отношения стали созависимыми и токсичными. Как вы это поняли? И что значит, я его очень сильно любила? Для меня это означает, что вы ставили его на пьедестал, что вы его идеализировали. Мужчину своего, я имею в виду, идеализировали. И так далее. Вот. То есть, что вы имеете в виду под «очень любил»? Ну и созависимыми, токсичными тоже хотел бы понять, что это такое и как вы это поняли. Да. Очень важно, какой вы вклад в это внесли. Вы же не считаете, что за это, ну, ответственен, да, только ваш партнер. Вот. Я очень долго хотела из них выйти и мучилась от того, что оставаться плохо, но слишком привязана и уйти не могу. Вот. Знаете, привязанность. Да, привязанность сама по себе. Это нормально. Нормально. Ну, как-то вот быть привязанным к человеку, да? Вот. Вполне нормально. Но другой вопрос. Что это привязанность? В вашем случае вполне может быть довольно-таки чрезмерно, понимаете? Вот, то есть ваша привязанность чрезмерна. И чрезмерной привязанность становится за счет того, что человек реализует, а опять же, какие-то свои потребности в отношениях. И дело, конечно, не в том, что этого нельзя делать. Но дело заключается в том, что это слишком, ну, как думают, ярко, слишком сильно, да, и самое главное, что вот у вас как будто бы нет альтернативы. Да,
Вот. То есть, ну, что это значит? Вот, что нет альтернативы. Это означает, что только один способ, только один способ реализовать вот то, что вы, ну, хотите. То, что вам, ну, то, что вам важно, то, что вам ценно, то, чего вам хочется. Вот. Понимаете, да? Поэтому, поэтому, мне кажется, что то, что вы мучились, связано, с одной стороны, с тем, что вы себя обесцениваете, с другой стороны, с тем, что вот какие-то потребности ваши связаны с отношениями. Эти потребности идут из вашей семьи, из, точнее, вашей жизни в родительской семье. Но изучать, исследовать, корректировать, проживать, и, выражать, принимать, мы будем то, что в вас, а не в семье. В итоге именно тогда в моей жизни случилась первая интрижка. Я ездил на выезд организации, в которой тогда работал, и встретила парня, который мне понравился с первого взгляда, нас сильно тянул друг к другу, мы поцеловали, затем у нас был, соответственно, интим, а я на тот момент была в отношениях. Измена часто является аутоагрессивным действием по отношению к себе, то есть это такая форма наказания. Типа я недостойна партнера, с которым я нахожусь, соответственно, или недостойна отношений, вот, недостойна чего-то серьезного, поэтому я изменяю, да, чтобы себя как бы наказать. Вот. Ну и, соответственно, то, что я уже сказал, тоже. Вот. Но тут очень важно то, что вы пишете, затем у нас был интим, нас сильно тянуло друг к другу, вы как будто бы не осознаете вот этого. Что значит тянуло? Как вы пришли к интиму? То есть, ну, вы же себе разрешаете это, да? Вы себе позволяете это. То есть для вас отношения, то, что вы в отношениях, не является преградой. Я не говорю о том, что они должны быть преградой. Но я говорю о том, что вам нужно себя принять. Вам нужно принять свои ценности, принять свои приоритеты, принять свое отношение к отношениям. Извините за тавтологию. Вот. Вполне возможно, что вы пытаетесь втиснуть себя в куда более тесные рамки, чем вам на самом деле было бы комфортно. И я вернулась домой, не было стыда, отношения трещали по швам, я чувствовала, что еще немного и будет все. Ну, тут как бы, опять же, да, вот, тотальная неосознанность, потому что что значит отношения трещали по швам? Нет никаких отношений как таковых, их не на их... деструктивно выделять в отдельную какую-то формацию. Есть конкретное взаимодействие между людьми и то, как они взаимодействуют, форма взаимодействия. Когда А это Б, а В это Г, например, да? Или когда А это А, а Б это Б. То есть четкая форма взаимодействия, которая основана на том, как человек реагирует на другого. Вот. В итоге финальный скандал настал, мы очень трудно разошлись. Но опять же, что значит скандал настал? Видите, вы категорически избегаете какой-либо личной ответственности. Вы говорите, что был интим, нас тянуло, настал скандал. То есть никакого присвоения себе конкретных действий у вас нет. Необходимо учиться брать личную ответственность за то, что происходит в вашей жизни. И принимать свою мотивацию, какой бы она ни была. Дальше. Мы очень трудно разошлись. Кто мы? Да, что значит трудно? Нет никаких мы. Мы могли бы сказать, я трудно рассталась с ним. Но из-за чего тогда скандал? Скандал ведь это психологическая игра. Изучите в интернете эту тему самостоятельно. Я могу сказать, что скандал возникает, когда у людей есть проблемы, опять же, с личными границами, коммуникацией, да, и возможностью выражать, размещать свои переживания друг к другу. Дальше.
Хоть я и хотел этого, но отходил очень долго. Что вы имеете в виду? Это вы привыкали, вам было больно. Что вы имеете в виду? Тогда наступил период загула, я позволял себе все, что хочу, но это длилось недолго, в моей жизни появился новый парень. То, что вы позволяли себе все, что хотите, с одной стороны, может быть, как следствием ограничений, которые вы искусственно на себя накладываете, с одной стороны. И с другой стороны, это может быть результатом самонаказания, то есть, опять же, аутоагрессии. Поэтому тут нужно смотреть, не так тут все просто. Дальше, в моей жизни появился второй парень. Опять, вы воспринимаете себя как очень пассивного субъекта. Как будто бы вы ничего не делаете, а все делается с вами. Понимаете? Никакой личной ответственности, никакой активности, никакого присвоения, никакой заслуги и никаких ошибок. Вы корите себя, да, но это не ошибки. Понимаете? Из ошибок люди делают выводы. Вы выводов не делаете. Опыт не приобретается. Я понимаю, почему. Потому что не привыкли быть к себе внимательны. Да? Но, тем не менее. Дальше. Он сразу показался мне идеальным. Мы очень быстро стали встречаться. Быстрая идеализация, в общем и целом, связана с тем, что как человек относится к себе. Когда вы видите какие-то черты в партнере, это является присвоением партнеру тому, что есть в вас, но вы это отвергаете. Идеализация связана с этим. Также идеализация связана с присвоением того, о чем человек фантазирует. То есть, как бы, дорисовка. Опять же, вы говорите, он показался мне идеальным. Как это понимать? Что вы для этого сделали? Что значит, он показался вам идеальным? Почему вы поверили в то, что он показался вам идеальным? Вы далее пишете, мы стали встречаться. Кто мы? Нет никаких мы. Есть я. Знаете, то есть вы находитесь в слиянии. Вы находитесь в слиянии со своими партнерами. Находясь в слиянии, психика может вас защищать от дальнейшего слияния, от полного растворения в другом. И защищает она нас таким образом, через измены, разрывая отношения. Вам нужно сохранять в отношениях свою самостоятельность, для этого необходима психотерапия. И тогда, вероятно, вам будет легче. Первый месяц души в нем нечаянно был полной противоположностью бывшего. То есть вы перебираете мужчин, да, как одежду. Одела одну одежду, не понравилась, сняла, одела другую. Вы сравниваете мужчин. Понимаете? Дальше. Были некоторые конфликты. Опять же, что значит были некоторые конфликты? Вы вносили вклад в эти конфликты. Без вас их бы не было. Но вы говорите, я закрывала глаза, была влюблена. То есть здесь вы как бы косвенно говорите, это мужчина виноват в конфликте. Я здесь вообще ни при чем. Спустя 5 месяцев отношений, когда мне казалось, что все хорошо, в моей жизни появился парень, в котором я была влюблена долгое время в школе, и скрутил мне голову. Опять, что это значит? Чтоб скрутил голову. Что вы сделали для того, чтобы он вам скрутил голову? Понимаете ли вы, что если кто-то вам может скрутить голову, это значит, что в отношениях у вас наступил определенный статус? Я изменила своему молодому человеку. Вот. Здесь вы впервые берете на себя личную ответственность. Вы говорите, я изменил. Это хорошо. Но хотелось бы знать. А что вы вкладываете в слово «изменил»? Как вы понимаете, неверность. С одной стороны. И с другой стороны, ну хорошо, вы изменили. А как вы к этому пришли? Ну, вскружил вам человек голову, ну хорошо. Можно же было обсудить с
тем, с кем мы были в отношениях, сказать, вот появился другой человек из моего прошлого, у меня появились к нему чувства, вот как бы делюсь с тобой и так далее. Но этого ничего нет. Это говорит о чем? О том, что между вами нет доверия. Вы не доверяете своему партнеру. Но доверять партнеру нельзя. Доверять другому человеку нельзя. Вы не доверяете себе, вы не опираетесь на себя. Дальше. Сначала было больно и стыдно, но я заглушила эти чувства. Вот совершенно непонятно, что вы делаете со своими чувствами. Вы говорите, больно и стыдно было. Так вы что-то сделали. Да, нужно разрешить противоречие. Если вы сделали, значит, вы чего-то хотите. Если вам больно и стыдно, значит, вы себе, ну, себя как-то наказываете, да, запрещаете. И происходит конфликт. Это первое. Второе. Как именно вы заглушили чувства? Зачем? Ведь чувство – это опыт. А у меня появилось отвращение к парню, было трудно иметь с ним интимные отношения. К какому парню? Который вам голову вскружил? Или с которым вы в отношениях находились? Непонятно. Стало замечать все те недостатки, что не замечала раньше. Его давление на меня, агрессия, попытки принудить меня к чему-то. Да. Значит, вы говорите про парня, с которым вы в отношениях были. И вы говорите, что вот начали замечать его недостатки. Потому что на фоне другого это произошло. Но раньше вы это игнорировали. Игнорировали не просто так. Для этого были причины. Я думаю, что вы готовы мириться были с таким отношением к вам. С одной стороны, потому что он, может быть, подходит под ваши цели. И вы боитесь, что никого больше не встретите. Появляется другой человек, вы понимаете, что есть кто-то еще. И начинаете искать лучший вариант. Когда вы ищете лучший вариант, вы, по сути, относитесь к человеку как к примеру, пытаясь найти наиболее удобный. Это так, не работает, в любых отношениях необходим компромисс, для этого необходима лично зрелая, крепкая ваша личность. Так, решила расстаться, не могла этого сделать еще несколько месяцев, то жалела его, то себя. Опять же, это в данном случае оправдание, привязанность, вы были привязаны. При этом я все время уходила от реальности, напивая целую в клубах с малознакомыми парнями, казалось, горы и сарай, горы и хата. Я думаю, это страх боли, и на самом деле вы демонстрируете здесь отсутствие какой-либо поддержки. То есть есть ощущение, что в вашей жизни вас никто не поддерживает. Вот. То есть да, есть мужчины, с которыми вы в отношениях, но как бы именно вот поддержка, именно вот какая-то помощь, да, именно вот внимательность к вам, к вашей личности, к вашим чувствам, как будто бы этого в вашей жизни нет. То, что вы описываете, это вот история про это. Ну и понятно, что очень много тут пренебрежения, обесценивания себя идет. Будучи в отношениях, встретила своего нынешнего молодого человека и сразу снова влюбилась. То есть тот вот, с кем вы изменили, да, просто изменили и все. Но не ушли. Он взрослый, старше на 12 лет, обеспеченный, умный, добрый, я просто обожала его, мечтала быть рядом с ним. Вот интересно, вы говорите о том, что я его обожала, что это значит, можно только предполагать. Вот. И позвольте конкретно сейчас, я оставлю при себе свои предположения. Но вы говорите, я хочу быть рядом с ним. А зачем? Чтобы быть какой-то. Понимаете? Это история про то, что вы хотите себя как-то почувствовать с мужчиной. Но не про то, чтобы сделать его счастливым.
Нет, ну сейчас, когда я об этом сказал, вы, конечно, может быть, об этом и подумаете и скажете, что нет, я хочу. Но ваш текст говорит сам за себя. Тогда я рассталась со своим парнем, но не из-за новой любви, а просто понимала, что так продолжаться не может. Я боюсь, что здесь вы снова оправдываетесь на самом деле из-за новой любви. Но только это не любовь, а увлечение. Это страсть. А если точнее, то это просто потребности ваши, неудовлетворенные, которые принимают форму другого человека. Отношения с нынешним парнем тоже развивались довольно быстро, я была по уши влюблена, думала, вот он такой замечательный и самый лучший. Поиск идеального партнера. Почему? Для чего? Потому что я не идеальна. Проблема в другом. Когда вы кого-то идеализируете, помимо того, что вы не видите настоящего человека, да, начинает сложно быть рядом с таким человеком, начинаешь себя принижать. Он такой идеальный, а я? Дальше, вот вы пишете, что отношения развивались быстро, я была по уши влюблена. Что значит развивались быстро? Непонятно. Ну, были вы по уши влюблены. А как это понять? Это понять только так. Вы были увлечены другим человеком. Вы забили на себя. Понимаете, вы не живете своей жизнью. Вот своей жизнью, своими ценностями, приоритетами, направлениями вы не живете. Вы живете мужчиной. И, соответственно, вот он такой замечательный, самый лучший. Ну и что? Что вам это даст? Что вам это дает, что он такой замечательный и самый лучший? Даже съехали через несколько месяцев, вынудили обстоятельства, у меня были проблемы с жильем, он пришел на помощь. Вновь перекладывание ответственности, ваши проблемы с жильем связаны с тем, что вы, вот, во-первых, не живете своей жизнью, не развиваетесь, не проходите становление себя как субъекта какой-либо деятельности профессиональной. Соответственно, вы не становитесь финансово на ноги, вот. Ну и проблема личных границ тут тоже присутствует. Я была дико счастлива с ним, мы могли многое себе позволить, путешествовали, интим был замечательный. То есть вы можете быть счастливы только с кем-то. Вы говорите, мы могли многое себе позволить. Нет, не мы. Он мог позволить вам многое. Понимаете? Я думала, что успокоюсь, и ошибки прошлого останутся позади. Нет. Чтобы ошибки прошлого позади не останутся. Ошибки – это опыт. Какие-то действия – это опыт. Но вы этот опыт не ассимилируете. Поэтому они повторяются. Однако, спустя год наших отношений, моей жизни очень неожиданно вернулся самый первый молодой человек. Он всегда был мне очень близок. Мы знакомы 10 лет, вечно снился мне, никак не могла его забыть. Это прямо противоречит тому, что вы говорили, что по уши влюблены в мужчину. Вот прямо. Знаете? Мужчина. Разные мужчины. Ага. Вас определяют. Это большая проблема. Как мне кажется. Понимаете? То, что не вы сами определяете себя, но мужчина определяет вас, это, конечно, делает вас нервной и так далее. Заиграли старые чувства, и снова произошла измена. Опять же, какие старые чувства, если вы говорите, что по уши были влюблены в настоящего мужчину? Ну хорошо, взыграли старые чувства. Но, понимаете, как бы чувства проходят определенный путь до измены. Так что это за чувства? Какие они? Я не знаю, что делать, я просто ненавижу себя, не понимаю, почему я так поступаю. Нужно разбираться. Нужно разбираться. Вот, ненависть к себе, это, в общем-то, злость на кого-то, с одной стороны.
С другой стороны, у вас есть некое сформировавшееся когнитивно решение по достижению тех целей, которые вы ставите. Но проблема в том, что это игнорирует как бы ваши эмоции, ваши чувства. Вот. И вы ненавидите себя за то, что цели не достигаете. А то, что вы, может быть, в принципе, цели неверные ставите, об этом вы не думаете. То есть сейчас вы хотите что? Не изменять, быть человеком, но вы с ним не самостоятельно. А сейчас я понимаю, что люблю своего парня, но будто бы своим поступком я все испортил. Что именно? Измена ничего не меняет. Ну, взыграли у вас чувства. Ну, значит, сработали гормоны. Ну и что? Если отношения зрелые, измена не проблема. Да, как таковая измена не проблема. То есть, ну вот, как некое действие, измена не проблема. Но наличие измены говорит о том, что над отношениями нужно работать. Вот. Так что именно вы все испортили? То есть вы выстраиваете такие отношения, где факт измены все портит? Что это за отношения тогда? Я жила просто спокойно, в один момент все перевернулось, я даже стала сразу понимать, что не такой уж он идеальный, возможно, мне хочется совсем другого. Например. Давайте вот попробуем сформулировать то, что вам хочется, только без мужчины, без фигуры мужчины. Страшно от этих мыслей, потому что я думала, что он тот самый, и вот во всем не подходит. А так не бывает. Нет, нет, нет того самого мужчины. Нет мужчины, который вам подходит. Подходят вам все люди. Идеального нет. Но если вы вот ищете вот того самого, то только потому, вот о чем я говорю. Все было хорошо. Я не понимаю, как мне прервать порочный круг. Начинать психотерапию, как перестать изменять, осознавать свои потребности и смотреть другие формы их реализации, их выполнения. Я даже не могу объяснить, что думаю в тот момент, просто иду за чувствами. Ну а почему вы за ним идете? Да, как бы. Я не понимаю, это дело во мне, я больная, неправильная? Нет, вы не больная и не неправильная, но да, дело в вас. Или это значит, что человек рядом оказывается не тот, я просто идеализировал отношения. Да, вы идеализируете отношения, но нет не того человека. Любой человек не тот, если вы сами себя как бы обесцениваете. Но если я вообще не способна строить долгосрочные отношения, мне кажется, из-за этого у меня никогда не будет семьи. Вам 22, вы думаете о семье. Каким образом? Вам сейчас надо думать о карьерном росте, о, ну, как бы, личностном созревании, вот, о наборе опыта, вот, о формировании своих жизненных целей, направлений и так далее. А вы думаете о семье, с чем это связано? Что касается долгосрочных отношений, опять же, чем для вас это важно? Чем? Важно строить долгосрочные отношения вам. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Всего самого доброго и удачи.